Вашингтон готов к немедленному началу дискуссии с Москвой по проблемам сирийского кризиса. Об этом заявил сегодня американский госсекретарь Джон Керри. Переговоры, по его словам, могут начаться уже на этой неделе. Возможно, в рамках работы Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Керри также добавил, что между Соединенными Штатами и Россией есть согласие по ряду ключевых моментов. Прежде всего, Сирия должна оставаться единым государством. Мировое сообщество должно нанести поражение террористической группировке «Исламское государство». Кроме того, необходимо остановить поток иностранных боевиков, которые направляются на Ближний Восток.